Всем большой привет! Мне пришла посылка. Ульяша капризничает, не обращайте внимания. Просит нож. Детям это не игрушка. Так, ну, может, хватит? Давай спокойно снимем обзор с тобой. Посылочку нам прислал Олег. Волчонок-поваренок. Кто его не знает, я оставлю ссылочку на его канал. Это уже вторая посылка от него, он присылает. Сейчас посмотрим, что же он мне прислал. Моя, мама. Твоя, давай открывать. Помогай мне. Моя. Как тут открывать, конечно, я не знаю. Особенно с этой малявкой. Спокойно, ничего не сделаешь. Спасибо, Олежка, мой дорогой. Мам, тебе большое. Спасибо, Олежка. Я купила. Малявку. Мне очень приятно, что у меня такой друг. Моя тело. Давай-ка, наверное, мы сделаем с тобой аккуратно. Так, нельзя. Друзья, извиняюсь опять за лишний шум. Ну, для меня это не лишний шум, это ребенок, я от нее никуда не денусь. Убери ручки. Сама поняла. Вот, распечатали. Ох, вау, что же здесь? Мам. Еще надо распаковать. Распаковываем так. Это подушка. Подушка? Посмотрим точно. Это, наверное, не подушка. Вам, конечно, наверное, не видно, как я распечатываю, да? Ну, посмотрите, ну, я, вы ее давно не видели. Помощник, ты мне больше мешаешь, чем помогаешь. Я погоди. Ага. Я погоди, мам. Мамка, погоди. Давай, покажу. Я дожду, мам. Ага. Вот. Ой, какая же она колгота у меня мелкая. Помощница, ё-моё, а? Вчера хотела снять обзор, я ее забрала с почты вчера посылку, но, как назло, не было света, а посылка уже пришла поздно, забрала вечером, темно было, снять было невозможно. Сейчас забудем, мам. Что? Сейчас забудем, мам. Дочь. Что? Долгота. Сейчас забудем, мам. Да? Да, да. Сейчас посмотрим. Сзади убери ручки, пожалуйста. Сама. Находишь сама. Сама. Тут надо аккуратно. Вдруг что? Сломаем, не дай бог. Нет. Ну, с тобой. Мам, что такое? Вот тебе идея. О, помощница. Берем батон. Батон. Спасибо, как батон. Ой, Олежек, умеешь ты удивлять, мой хороший. Какой же ты умничка. Дай бог тебе, мой хороший, всего самого наилучшего. Ульяш, ну тут, наверное, ой, Олежка. Друзья, он мне перед этим присылал посылку. И там у меня сперли таранку мне присылал. Оставили только одну. Я попробовал таранку. Это просто, просто божественное. Это мое. Мелосоленый. Сейчас мы покажем. Вкусный. Я Олежу, конечно, сказал, что очень вкусный. Ну вот, он мне прислал. Ура, еще. Спасибо, мой дорогой. Спасибо. Иди сюда, тебя не видно. Дай я гляну. Моя. Дай я посмотрю, тебя отдам. Так, и здесь у нас икра судака. Кстати, ни разу не пробовала. Попробую. Почини меня. Ну? Вот это тарелка мазыть. Сейчас это мы. Спасибо, Олежка. Спасибо, Олежка. Да, дай аккуратно пролом не рвать. Спасибо, Олежка. Спасибо.
Вот орешка у нас какой. А. Вот. Ага. Еще. Это икра. Ага. Да, ты у меня ее не кушаешь. Да. Не любишь ты меня, конечно. Это бабка любит. Вот мой надел. Спасибо. Так, а здесь-то мне интересно, что же здесь? Тут вот у меня ножик, погоди. Нож у бабки в руках. Да. Прям здесь, наверное, что-то такое серьезное. Упаковано прям очень хорошо. Так, дочь, убери пальчики, а то отрежу сейчас ножом. Будешь без пальцев ходить. Мартышка. Все пальцы отрежешь. Ну что ты, платье стираешь? Вот пальцы. Видали, какой платье нарядное у меня, Гульшка-то? С утра нарядились и убрались с ней дома. С ней? Да, с ней, друзья. Именно с ней помогал мне, пылесосила. Все, я канал пока. Какой пока? Да, конечно, еще рано пока. Но. Мы еще не показали, что у нас в коробочке. Все, канал, все пока. Расскажи лучше детишкам. Она детишки вас называет. Расскажи, какие все у тебя дела? Детишки. Все канал. Пока, детишки. О, а здесь вращающиеся блюда. Олежек меня все заставлял, чтобы я купила. Ну, не заставлял, а советовал. Чтоб красиво выкладывать ролики с рецептом. Ну, я же все никак. Так он мне купил. Ты мой дорогой. Мультика, дядя. Спасибо тебе. Я не знаю, от всего чистого сердца. Ты такая умничка. Умничка. Я просто говорю, у меня даже слов я нету. Просто нету слов. Таких людей в наше время, как ты, их с огнем, как говорится, не найдешь. Ой, тихо, тихо. Ты что? Ты что, подруга? Ой, какая красота, ё-моё! Ой, как же, дай я отодвину стол, отойди в сторону, чтобы могли увидеть. Вы посмотрите, я было не хотела выкладывать рецепты, но у меня с таким блюдом, ну, грех не выложить, согласны? Да, я покажу, какое оно красивое. Оно просто шикарное, просто шикарнейшее. Мя. Олежек, целую тебя, мой сладкий. Спасибо большое, мой хороший. Так что, друзья, кто не знает Олежека, канал «Волчонок-поваренка», оставлю ссылочку на его канал. Заходите, знакомьтесь, парень вот такой. Парень просто всегда поддерживает, всегда. Говорю, я таких людей пока еще не встречала. Ну все, и на этом мы заканчиваем. Мама. Распаковку, посылочки, обзор посылочки. Мама. И будем с вами прощаться. Я хочу клубничку. Клубничку хочешь? Ну, летом будет, купим клубничку, моя хорошая. Всем спасибо, кто со мной. До новых встреч. Ульяш, давай скажем пока-пока. Пока. Спасибо. Вот ты и оттуда я.